Всем привет! Сегодня на обзоре у нас сыворотка Buffett от канадского бренда натуральной косметики The Ordinary. Я ее брала на Asos. Там я, в принципе, уверена в качестве. Ordinary вообще известна своими монопродуктами. У них там есть отдельная гиалуронка, сквалан, различные там ретинол. То есть уже такие подобранные либо одно, либо двухкомпонентные продукты. Я не глядя вообще схватила эту сыворотку, несмотря на ее такую довольно не низкую цену. 30 мл стоит 1490. Я взяла за 2300 там с чем-то 60 мл. Была уверена в том, что состав у нее тоже абсолютно натуральный, но если мы сейчас с вами более подробно его посмотрим, то мы увидим, что на самом деле это не совсем так, не обманывайтесь на этот счет. А здесь водно-глицериновая, во-первых, основа, да, здесь действительно много натуральных компонентов, смягчающих, антивозрастных и так далее. А здесь есть миорелаксанты ботулоподобного действия, которые расслабляют мышцы. Но если мы спустимся, то есть если внешне вообще на коробочку смотришь, так ты не подумаешь, глаза не бросятся, но внизу, к концу состава ближе, есть целый ряд двухбальных синтетических компонентов, многие из которых алкоголик отмечает как токсичные. Давайте мы посмотрим ее на вкус, цвет и запах. У меня флакон 60 мл, как я уже говорила, есть 30, и они на наших российских торговых площадках продаются с такой, ну, заметной наценкой. Сама жидкость не имеет особого какого-то парфюмерного запаха, душек здесь вообще в принципе нет, пахнет косметически промышленной такой продукцией и немного фруктовыми кислотами как будто бы. У нее вот водно, не сказать, что водно-маслянистая, более скорее, наверное, водная, но чувствуется, что основа такая содержит немного глицерина, что немного есть в ней какие-то такие вот компоненты чуть жирнящие. Учитывая весь состав внизу, который там был указан, да, у кожи склонны к раздражениям и закупориваниям, я думаю, что она может накопительно вызывать какие-то закупоривания пор, теоретически, если вы к этому склонны. На сухую кожу, наверное, она хорошо, в принципе, увлажнит и напитает, на коже она комфортная, но вот имейте в виду, что синтетика есть, и, ну вот, смотря что вы выбираете, да. Я в этом плане, конечно, составом разочарована. Я люблю прям исключительно натуральную косметику. Максимум там 1-2 каких-то, да, компонентов. Я бы лучше взяла, наверное, какие-то монопродукты, если бы знала. Но вот в торопях как-то на состав я не обратила внимания. Должен вам... о чем жалею? Если вам было полезно, ставьте лайк. До встречи в новых роликах. Это была пептидная сыворотка Buffett. Пока.